О, друзья Джан, здрасте. Жарим шашлыки к 8 марта, да? Не шашлыки, говорю, кебаб. Такой кебаб я уже жарил с сыром. Уже жарил. А у меня еще есть еще без сыра. Простой кебаб. Долема, Джорджан. Еще, давай. Все. Друг мой, есть еще шампура? Есть. Давай еще, давай, у нас есть место. Пусть кебаб жарится. Так, друзья Джан, еще у нас есть сегодня плов, да? О, все. Плов с баранина, да? Все, видите, как рассыпчато получилось. Очень хорошо. Рис басмати. Рецепт. У нас сегодня нет рецепта. Просто мы празднуем 8 марта. И все. О, друзья Джан, все. Чуть-чуть сверху не сделаем. Чуть-чуть, да? Вот так. Во, все отлично. Видите, какой рассыпчатый получилось. Все супер. Плов отлично. Все, рассыпчатый. Плов очень вкусный получился. Я не пробовал, но по запаху я чувствую, что очень вкусно получилось. А кебаб вообще бомба. Видите, у меня есть свои шампура у Жоржа, я не пользуюсь этим шампурами сегодня. Но ничего страшного. Это мои старые друзья шампура. Это уже лет 20, наверное, служит меня эти шампура, друзья. Больше лет 20 даже. Сегодня приготовил подарок для моей Анечки. Моя Аня. Я Аня. Сегодня 8 марта, друзья. И я хочу сказать, что Аня — это по-армянский анахит. Да? Анахит. А я просто, когда говорю, просто говорю Аня. А ее зовут Аня. Аня, я купил подарок, и она не знает. Короче, она этот подарок очень любит. Все, как хорошо шипит кебаб. Классно. Вот это суди. Все, приготовить хлебушка и достать кебаб уже. Ой, мой красавчик. Ох, какое мясо. Баранина мякоть, да? И без костей я делал в этот раз. Вот, плов готов. Какой аппетитный стол у нас будет сегодня. Будем праздновать. Друзья, так, я для моей Анечки готовил подарок, сюрприз. Она, ей этот подарок очень понравится. Мы выбрали, с моими девочками выбрали подарок. Это для Анины сестры. Тюльпан, весенний тюльпан, извини. Я не думал, твоей сестре тоже купить подарок. Саветалем. А что купил? А что купил? Сейчас покажу. Давай тебе тюльпанчики, свежие тюльпаны. Хорошие. И портман Louis Vuitton. О-ла-ла! Пожалуйста, я тебя очень люблю. Хочешь открывать? Хочешь открыть? Портман Louis Vuitton. Это то, что ты любишь всегда. Да? Да. Я не ждала этого. С праздником 8 марта. У нас в Армении есть еще праздник. От 8 марта до 7 апреля праздник. Сегодня это Международный женский день, а 7 апреля у нас праздник матерей. Так что у нас один месяц. Всегда я готов. Тебя, конечно, тебя люблю очень. Большое спасибо. Ну давайте поздравляю, Аниджан. Все? Все? То, что тебе нравится? Хорошо, от души. Спасибо большое. Ты мой помощник, иногда оператор. Надо купить хорошие подарки, делать сюрприз. Спасибо. Шторговор Мартиут. И махчикнер. Ну, для вас тоже будет подарки, для детей. Лавер и цаветалем. Спасибо. Я для вас готовил плов и кебаб. Кебаб сейчас будет. Спасибо, Георгий. Хлеб — это очень удобно с хлебом. Лавашом достать кебаб. Снимать и шампуров. Это очень удобно. Рецепт кебаба у меня на моем канале есть много рецептов. Так что, друзья,
посмотрите и готовьте со мной. Вот еще кебаб, да? А где этот зелень? Свежий зелень я приготовил. Да? Сверху посыпал. Вот, эй, на Айдрамеча, тушь. Ой, Жоз. Что, Аня, Джан? Я не ждала этого. Я не ждала, что да. Это? А что, я никогда не делал подарки? Ну, сделал, но просто сегодня не ждал. А, да. Сегодня не ждал, ты да, правильно знаешь, говоришь, сегодня не ждал. Ну что, у нас еще будут гости, так что уже время поесть, чтобы холодный не остыл, холодный не стал. Я хочу от души поздравить. Аня Джан, давай идем поздравим вместе всем нашим матерей, сестрам, всем женщинам я от души поздравляю с праздником 8 марта. Желаю вам всего хорошего, удачи, улыбка и большое настроение. Здоровье – это самое важное, главное в вашем жизни. Это я всем вам желаю, дорогие женщины, матери, сестры, чтобы вы всегда улыбались, у вас был большой настроение. Мужчины, дорогие мужики, делайте всегда приятно вашим женам. Мы живем один раз в этой жизни. Надо жить хотя бы правильно и делать хорошие сюрпризы нашим сестрам, женам, матерей. Это важно для нашей жизни. Мы за этого и живем. Можно что-то добавить? Да, скажи, конечно, ты прав имеешь. Я тоже соединяю Жозу, мою мужа. Поздравляю всех женщин, матерей, дочерей. Желаю мир, желаю счастья, чтобы они всегда жили здоровы и красивы. И спасибо хочу сказать, кто пишет для меня тоже. Комментарии, да? Комментарии, за комментарии хорошие. Спасибо вам большое. Не было причины, чтобы спасибо сказать. Но вот это сейчас мы с Жоржем за 8 марта сразу скажу спасибо, очень большое спасибо. Я вот тоже целую вас всех, обнимаю. Спасибо за все. Не за что, Аниджан, сам там. Ай, как классно. Вино сухое, вино розовое. Очень приятно. Ну что, давайте, приятного аппетита. Давайте покушаем. Саджан, за тебя. А ты хочешь сказать что-нибудь? А где Завен? Это жена Завена, моего баджанага, свояка. А где он? Аламезон. Дома. Аламезон или дома? Дома. Ну давайте, выпьем еще, у нас гости будут. Давай, остывает. Тоже здоровья. Всего хорошего. Спасибо. Так, друзья, Джан, я хочу закончить видеоролик, и в этом ролике я хочу сказать первое, что днем 8 марта вам всего хорошего, я это уже сказал, повторяю еще раз от души, и нашим армянским матерям хочу пожелать и сказать на армянском языке. Дер цаватанем, харгели майрер, куйрер, харгели хайканек, дер зарокчучун лини, дер ашкере чор лини, миайн лини, երջանկության արդյունքներ, լավ եղեք, շնորհավոր ձեր մարտիուտը, մինչև ապրիլի 7-ը, շնորհավոր, միշտ եղեք առողջ, անկախ նրանից, տոն կլինի, տոն չլինի, եղեք առողջ ու երջանիկ միշտ, միշտ ուրախ եղեք, ձեր կենացը, զավաշու զդորովյա, всем, всего вам хорошего и счастливого вам. Этот видеоролик я специально снимал для 8 марта, именно для этого дня, и стоя буду пить за вас. Аня Джан, еще раз и счастливо. Я мою Аню целую всегда, каждый день, несколько раз. Это так, что не проблем. Ах, мамаджан, как вкусно идет. Мамджан, вон цес, мамджан. Мою маме особенно поздравляю и целую.